Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Inform TV. Года три назад актриса закрытой школы пыталась наложить на себя руки. Благо, тогда все обошлось. А несколько минут назад Мария Куликова сообщила, что 17-летняя Полина Уварова находится в больнице. Цитата. «Поля, милая девочка, ты была таким солнышком на съемочной площадке. Что же ты с собой делаешь?» Именно так дополнила свое сообщение Куликова. Телеграм-каналы сообщают, что 17-летняя Уварова полчаса назад попала в больницу с передозировкой запрещенными веществами. Правоохранители не могут допросить девушку из-за ее тяжелого состояния. Но врачи уверяют, что состояние Полины на данный момент квалифицируется как средней тяжести. К слову, это не первое ЧП в жизни актрисы. В 2019 году она уже попадала под внимание надзорных органов из-за попытки совершить суицид. После этого Полина посещала психолога. Напомним, Уварова начала сниматься в кино с 5 лет. На сегодняшний день на ее счету 28 работ, самые известные из которых – это сериал «Закрытая школа», где она сыграла с Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Также были работы «Светофор», «Москва, три вокзала», «Краткий курс счастливой жизни» и многие другие. Последний проект с участием Уваровой под названием «Ты моя мама» вышел на экраны в этом году. Тут партнерами Полины стали Любовь Толкалина, Кирилл Гребенщиков и Мария Куликова. Сама Полина ведет закрытый образ жизни и редко делится подробностями личной жизни.